некоторые молятся, некоторые крестятся, некоторые повторяют свои первые слова, ну, в смысле, первые слова роли, некоторые проверяют реквизит, некоторые бьют пощечину партнеру, чтобы завестись. Есть такие клинические случаи. Некоторые выглядывают из-за кулис и машут мамам, папам. Всякое, в общем, возможно. Чтобы я посоветовал... Тут советовать сложно, потому что у каждого должно выработаться свой какой-то ритуал, должен выработаться перед выходом на сцену. Если я одно время понимал, что мне необходимо 10 раз отжаться, чтобы скинуть лишнее мышечное напряжение, чтобы немножко почувствовать свободу. И иногда я экспериментировал, пробовал брать состояние пьяного человека. Это меня так сразу, знаете ли, все какие-то уходили. Я так начинал так юморить, знаете ли. Некоторые набухиваются, в конце концов. Но, знаете, есть такое то, что вот мы вот брались за руки перед выходом на сцену. И вот так вот говорили в ГИТИСе, когда учились. Первый курс Бородина – сила! Потом второй курс Бородина – сила! Третий курс Бородина – сила! А на четвертом мы уже понимали, что сила – это относительная. Мы вот так говорили. С Богом! Ну, либо, может быть, мы пришли уже к Богу. Что менее вероятно. Так вот, что же делать перед выходом на сцену? Собрать все, собрать воедино все репетиционные процессы, все, значит, подготовительное подготовление, которое вы совершали перед этим выходом на сцену, все, значит, комментарии и рекомендации, все собрать, вспомнить, что вы актер, что вы сейчас будете играть. Даже можно сказать партнеру: ну, сейчас я сыграю. И вот с этим состоянием идти на сцену. Оно такое правильное, даже если вы играете Достоевского. Ну, конечно, это именно перед выходом на сцену. А так, если это брать как день, один педагог говорил, если у вас нет никакого события сегодня днем, там ничего не случилось, то вы его обязаны придумать. Выйдите за 2 часа раньше на репетицию или на спектакль и придумайте себе события. Войдите туда, куда вы ни разу не входили. Общайтесь с теми, с кем вы никогда бы не заговорили. И, в общем, чтобы как-то разбудить природу. Ну, я имею в виду, что уже природа разбужена перед тем, как вы выходите. Именно сам непосредственный процесс. Раз, два, три. Игра, начнись.